Доброго времени суток. Сегодняшний день сделала одна вещь. Значит, пришло сообщение, что опубликовал один, ну такой, скажем так, в грибном бизнесе известный блогер. Значит, опубликовал видео, как избавиться от кротов в грибном помещении. Ну, это название сделало мой день. Что делают кроты в грибном помещении? Какое-то это помещение, что там кроты донимают вот этого грибовода. Я обязательно должен снять видео, как избавиться от дураков в грибном помещении. На это тоже должны быть какие-то способы. А сейчас хотел бы рассказать о вот таком новом приобретении. И, значит, это предыдущее наше вот приобретение. Вот это такое вот... штука, ну скажем, в общем, неплохая и недорогая. Она отработала. Крокодил. Да. Вот этот крокодил отработал. Это запайщик. Ну, речь пойдет о запайщике. Значит, запайщик отработал свои там 2 года. Тут нет. Не... Где 2 больше? Да. Износились тут полностью мои нервы на нем. И вот эти все прокладки, и сама вот эта система. Ну, в общем и целом, как сказать, если как для домашнего или там какого-то такого небольшого там печатания, то, в принципе, он сойдет. Вообще, значит, недостатки его в том, шва нормально он вообще не делал, то есть тут производитель я раньше о нем публиковал, ну, не хочу я там гадить, вот там в комментариях, вот я там в комментариях добавлю, кто это делал, вот это. Но после этого мы связались с хорошим, значит, поставщиком, делает хорошие запайщики, и тут момент тот истины, когда мы будем сейчас смотреть, что нам здесь приехало. Давай. Значит, приехало нам вот такое вот изделие. Первое, что впечатлило здесь, это вес. Я только взял его, я привык, что вот эта штука такая вот легенькая, вообще легенькая. А вот тут уже что-то тяжелое. Ну, не знаю, что там тяжелое, но сейчас вот мы посмотрим, что там за тяжелая такая вот штуковина. Открываем. Упакован довольно-таки грамотно. Огромный респект Юре, что он молодец. Это ему большой плюс. Внутри находится какое-то количество пенопласта. Вот. И сразу видим положительную, да. Но нужно отметить тот фактор, что здесь сразу есть ремнабор. Очень такой грамотный ремнабор. Как мы уже видим, сразу с проклеенной этот самый тут термополоска здесь есть для ремонта. Притом термополоска довольно-таки с каким-то рифленым таким рантиком. Короче, такое в нашей деревне мы видим. Смотри, что написано. Время сварки. 1,5 секунды. 1,5 секунды. Значит, это да. Это, наверное, вот это что? В нашей деревне... Шнопан, вот это сколько? 5 такого 5 еще миллиметров. Не было. Значит, вот ремнабор, даже ключик вот есть для обслуживания. Покажи ключ. Ну, с Юрой мы давно работаем, так что все вот эти изделия довольно-таки качественно делаются. Я, в принципе, особо тут даже не то, что для меня какой-то открытый, но вот это байдалень тяжеленная. Ну, классно, он если... Осторожно. Так, я специально снимаю, вот открываю при вас вот эту штуку, потому что такого первичного яркого впечатления от этого дела потом не будет. Поэтому пока все, ох ты, да смотри, пока все вот так вот оно живо и вот хочется вот это сделать. Значит, классический зеленый цвет. Значит, надо сразу сказать, что это принципиально, да, другая система, которая именуется и называется производителем, что это неубиваемый запайщик. И это нас тоже радует, что он неубиваемый. Значит, в общем и целом, вот такая стоит тумблер. Значит, предохранительная
предохранительный предохранитель, в общем, вынесен наперед, я так понял, вот это он. Ну, очень умно сделано, но трудно. Вы знаете, даже смотрел, вот принтер у меня есть. Ну, вроде же не глупая фирма, да, Philips. Вроде же научилась делать все. Осторожно. Ага, тут немножко при транспортировке вот повредилась вот эта штука. Ну, мы там, как делают китайцы, мы ее китайским клеем там зальем, да. Термоклеем там поставим. Это ничего страшного. Да, это мелочь. Тут нам особо красоты не нужно. Вот, главное, что мы дождались наконец-то вот этого запайщика, потому что немного тормозилась работа без него. Хорошо, это мы потом заделаем. Значит, сразу нужно отметить, если вот в этой коробочке, там пусто внутри, там вообще ничего нету. Такая коробочка, потому что была такая коробочка. Там стоит вот этот датчик и какая-то вот такая маленькая, это все пусто. Здесь же чувствуется, что там идет какая-то катушка. То есть сварочный аппарат по весу. Тут принципиально все одно и то же, только побольше, потяжелее. Формально, там вот этот циферблат, он там тоже такой чисто формальный, там мы все равно знаем по направлению, то есть по часовой стрелке, где должно стоять тумблер, в каком положении. Если здесь работает 1.5 секунды, то можно сказать, что в начальном положении он должен вообще все спаивать. 10 секунд, это мы можем, там, не знаю, сапоги, может, там, халявы спаяем за такое время. Так, теперь смотрим дальше. Смотрим дальше, что у нас здесь есть. Так. Нас интересуют больше рабочие характеристики, чем все остальные. Ну, и опять же, важным очень фактором есть, что сама рабочая термоповерхность, она находится на нижней, не как, недвижимой или нерухомой, не как-то, неподвижной части. Вот внизу, да, сама шина. Ну, она тоже здесь имеет вот... Ну, я думаю, это нам не пригодится. Довольно-таки прочный вот здесь материал. Это металл. Здесь непонятно, какая-то гнилая китайская труба такая. Здесь вообще беда. Просто, понимаете, при бесплотного прижима вот этот запайщик, он просто не прижимает друг к другу вот этот наш полиэтилен для спайки. При мощном прижиме он прогибается вот здесь и тоже не спаивает. Короче, беда. Здесь же, я так думаю, тут, видите... Сверху мягенький такой вот есть вот этот поролончик, который очень плотненько нам будет делать вот этот зажим. Вот эта вся ручка, ну такая штука, там в принципе за ручку редко когда появится, потому что само мероприятие спайки, оно производится приблизительно вот так. То есть двумя руками и при этом режиме, который он делает, ну, давай, я думаю, сейчас ключи. Все будет просто быстро и надежно. Сразу пробуем проверить его работоспособность. Конечно, у человека, наверное, голова на плечах, а не что-то другое. Если кнопка тумблера находится спереди, а не сзади. Вот я начал за Philips рассказывать, но стоит у меня принтер. Принтер хороший, обалденный Philips, но кнопка сзади находится. Ну почему она сзади? Если он засунут какую-то нишу просто там туда, и надо задвинуть руку сзади, чтобы его отключить или включить. Или вынимать его из сети просто-напросто. То же самое вот здесь. Ну, надо тебе включить, включил. Надо тебе выключить, выключил. И ты видишь рабочее состояние самого аппарата. То есть, это он не работает. Давай понять. О, видите, он работает с таким специфическим звуком. Понятно, что шина нагрелась, но самое главное, что он будет... Ну, и самое главное, печатать, что... Работа настолько была интенсивная, что не осталось вообще нового полиэтилена для того, чтобы пленки, да, чтобы показать. Она пленка где-то в пути застряла, уже неделю едет, никак не доедет. Поэтому мы берем то, что у нас есть, нам это все не нужно. И возьмем вот это, возьми чистый. И вот берем пакет, видите, вот этот. Это, ну, инвалидность, вот это все. Вы понимаете, какая трудность при спайке швов? Она должна происходить при правильной плавильной температуре. Если у нас происходит, если вот по-другому мы не могли спаять, вот видите, что делается? Нам приходилось
работать на завышенных температурах. При этом вот этот полиэтилен, он полностью расплавлялся и застывал из жидкого состояния. Что у нас происходит? У нас шов делается не мягкий, а он делается хрупкий. Если мы делаем его вот такой, он ломается. А там, где он сломался, там происходит дырка. А здесь этих дырок вот по всему шву, и это все подсасывает воздух. И это приносило мне много трудностей при этом всем деле. Вот и мы сейчас попробуем испытать, что он нам будет делать. Значит, смотрите, нулевое состояние. Давайте мы попробуем для старта. Вот поставим ему 2 секунды, ну, в таком вот режиме. И потом каким-то экспериментальным способом будем находить тот режим, который нам нужен, а мы делаем первый. Вот я вообще не прижимал, я только приложил, скажем так, без нажима, без ничего. Несколько секунд мы оставляем для того, чтобы зафиксировалось, и на 2 секундах спайки не произошло. Больше надо, наверное. А, видите, не произошло. Не произошло. Произошла. 2 секунды у нас произошла спайка, но она произошла... потому что... Значит, сейчас. Надо просто чистый пакет без этого. Ну, понятно, без гипса и мела. Грязный пакет. Мы чуть-чуть добавим и попробуем повторно. Он внутри может и не... Ну, довольно-таки быстро он вот это все делает. Снимаем. Вот здесь мы получили уже пережженный шов. Как видим, он расплавился просто-напросто. Значит, меньше 3 поставил. Возвращаем назад. Что нужно сказать об этих приборах? Ну, специально я не хотел еще там производителю вносить в добавку, чтобы он добавлял еще к этому прибору стабилизатор напряжения. Потому что недостаток вот этих спайщиков в том, что при изменении напряжения в сети он имеет разную температуру и время спаивания. Вот смотрите, что творится. Это прекрасный, какой это? Вот мягкий, это? Да, красивый шов. Это просто красота. Я даже... Стой, не дергай. Вот это, да? Не, мы сейчас делаем по-другому. Мы теперь отложим вот этот мусор. Мы сейчас возьмем... Мы сейчас сделаем, вот смотрите что. Мы возьмем вот рабочий новый пакет, который будем делать. Давайте мы продемонстрируем, что делал вот этот крокодил красный. Вот, показываю. Во-первых, шов кривой. Ну, понятно, нагревался, но кривой. А из-за того, что гуляет... Не дергай. Смотрите. Паяющий элемент нагревателя, он находится вверху. Естественно, при нагревании сопротивление материала при температуре приводит к тому, что он начинает провисать и гулять по этой шине, куда себе хочет. Поэтому шов получается кривой. Второе. Давайте посмотрим вот этот шов. Возьмем его в фокус. И пройдемся от начала и до конца. Да, у них есть такие... Видим, что это полнейшая фигня. Даже в этом месте, где он такой, как должен был бы быть, то реально здесь то, что я говорил. Он перегрет. Сам материал, сам полиэтилен, или полипропилен, он перегрет. Значит, мы делаем параллельно вот этому шву, для сравнения, мы делаем параллельно шов на этом аппарате. Вы учтите, что при спайке вот такими аппаратами при длительной работе происходит нагревание самой вот этой металлической шины. И уже температура, отличная от температуры внешней среды, приводит к тому, что режим спаивания понемножку начинает ускоряться. И немножко нужно корректировать, уменьшать вот это время. Я уже просто знаю, потому что уже так напаялся на этом запальщике. Вот, видим некоторые такие тут ужимчики. Эти ужимчики произошли из-за того, что уже наш полиэтилен ложится неровно. Из-за того, что вот этот шов делает вот эту гармошку. И, значит, происходят вот такие моменты. Значит, вот показываем, шов выглядит почти, он выглядит идеальным. Он просто идеальный. Лично для вас, я просто делаю вот это видео, хочу вот это показать. У меня сомнений нету в том, что он делает просто суперски, будет паять, потому что это уже не первый запасчик, который мы берем у производителя. Поэтому сейчас все будет суперски. А сейчас мы вот сделаем то же самое, только уже на ровном полиэтилене.
чтобы без этих гармошек, посмотрим, как он в идеальном состоянии вот сделает нам шовчик. Мне кажется, даже режим. Немножко я за много беру. Надо чуть-чуть меньше убавить, да. Потому что я вижу, как сама шина даже садится немножко. Он расплавляется, и она уходит вниз. Чувствую вот под руками. О, теперь посмотрите. Стой. Ну и давайте снимем и посмотрим. Да, держи я просто. Ну, вот это то, что надо было. Вот это то, ребята. Огромнейший респект. Не дергай. Огромнейший респект, Юра, тебе от компании Funny Mushroom School, лидера в видеопродукции и производстве мицелия, тест-драйв очередного запасчика, который мы покупаем не единожды. То есть это какие запасчики уже даже не только в нашей стране есть. Значит, они передавались в разные страны. Это best, понимаете? Это сколько экономит времени и нервов, если мы имеем хороший, настоящий, мягкий шов. То есть проблема ломания швов и разрывания пакетов у нас навсегда устранена. Я на радостях сейчас шлепну еще несколько. Хорошо, как он работает, это один мы сделаем. А если нам придется делать конвейер, да? Давайте посмотрим. Да не тесни, не надо там тиснуть. Хорошо отлипает, хорошо пропаивается. Поехали дальше. Видите? Полтора. Сколько времени занимает сама спайка? Второй шов, это уже пошла переплавка. То есть режим у нас опять-таки за большой. Но нам приходится уже менять. Нагрелась шина. Смотрите. Делаем дальше. Не тесни. Обязательно все-таки после спайки несколько секунд нужно на остывание самой пластмассы. Никуда же не денешься. Тут дело не... А может... Смотрите, какая прелесть. Ну. Это я уже утрирую, я тут ничего не равняю, просто шлепаю там раз за разом. Ну, вот такое. Смотрите, что происходит. То есть в таком формате проблемы дальше с изготовлением пакетов и всего остального у нас больше не будет. Так тиснешь. Привычка. Ну не тиснешь. Это... Ну все, ну мощнейший шов. То есть да. Все требования по нагрузке он выдерживает. Все остальные, ну понятно, я порву просто. Слава, еще смотри, еще двойной. Вот смотрите. А, вот эту две штуки даже. Мочишь? Так что, вот компания Funny Mushroom School рекомендует такие вот запайщики. Телефон для заказа есть или в комментариях под видео, или на самом видео. Не знаю, будет у меня время туда его влепить, или просто так выложим. В любом случае, где меня искать, знаете, обращайтесь и заказывайте.